Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня у меня будет очень необычный выпуск. Я сейчас нахожусь где? На барахолке. В Харькове на барахолке. Море вообще впечатлений. Перед просмотром ставим лайкосики, подписываемся на мой каналчик. Ну что, давайте посмотрим, чем богата наша украинская барахолка. Но я, забегая наперед, хочу сказать, я здесь присмотрела себе настоящую шапку смеха. Меня даже поснимала подружка. Смеялась, ну ничего. Да, со смеха. Мех чернобурки. Ну, в принципе, очень прикольно. Я думаю, наши бабушки, мамы, тети с радостью бы носили такие головные уборы. Ну что, ребята, давайте смотреть атмосферу рынка. Я хочу заметить, что это не секонд-хенд. Чтобы мне там не писали: Виолетта, ты ходишь по секонд-хендам? Нет, это как раз колорит. Колорит, а он говорит, съемка запрещена. А мы как раз, дедушка, вас и снимем. Он такой: я не дедушка, я мужчина. Ну что, ребята, давайте смотреть, чем богата наша барахолка в Харькове. Пойдем. Атмосфера рынка. Такого жан сколько? Народа тьма. А что ты хочешь? О, пойдем пойдем сюда. У тебя тут классно? Ну, глянь, игрушки, прям как в детстве. Прикольно. У меня в детстве тигр так и был. У меня в детстве тигр так и был. Аня, ты обещала мне прям... О, глянь. Меха. Да, это были меха, понял? Атмосфера рынка. Ну это барахолка, правильно? Пойдем по центру, глянь, кальян можно даже купить. Как тебе? Ой, как туалет воняет, капец. Это туалет, глянь, кто-то потерял. Мамка в деревне. Глянь, сколько мех, европейцы были в шоке. Боже, в детстве коляска когда. Как Валера себя ведет? Ой! Самая она, кстати, тут по шнурку, по форме головы на шнуру. О, слушай, это к моей тете было. И что она стоит? 2000. Так, это натуральный. Можно я примерю? Черноб... Ну, конечно. Это же натуральный мех. Это же чернобурка настоящая. А хвост куда? Вперед мне? А вот так вот, на бок. Да. Ну, красиво. Это называется боярка. Угу. Вот так вот, вот так оно. Идет? Да, мне нравится. Как моя тетя в такой ходила. В мехах. М? Он люди кажут, что красиво. Да на этой пляж, это классно. Благодарю. Вот это я понимаю, так чувствуется натуральный мех. Да. И новая. Она новая? Она не запахнет. Видишь, меня рай. Вот такая мягенькая. Я обожаю меха. Есть он. Шайки красивые брошки, Дань. И настоящие камни. Вот тебе. Бирюза. Смотри. Мне вот эти нравятся. Не могу вспомнить. А что это за камень? Я не могу вспомнить. Малахит кто это? Типа, наверное, да. Но он натуральный хоть? Ну, холодный, если такой натуральный. Может, прессованный. Я не знаю, каким холодный. Я думаю, я знаю.
Что ты моя? Вы должны говорить да. Да, да, не, ну обманул. Сразу все. Вот эти бусы в Карпатах у вас тут. Ну, не очень они холодные, поэтому не будем говорить. А что это стоит? 150 гривен. Это бурштин? Не. Что не, все не, блин. Вот, пожалуйста. Где натура? Оце бурштин, да? Вот. Да, о, вот. Легкий такой. Вот, чудо. Слушай, прикольно, да? Угу. Главное, натурально. Ну, це якщо на подарок бабушки, да. Поняла таке? Угу. Вони люблять таке, вони таке. Я думала, ти себе підбираєш. А, Леня, пожалуйста. Це можеш сфоткати. Для Юрія. Слушай, ну класно. Монеты. Ложка? Тут типа подсвечники, вообще. Нет, у меня много тоже часов. Какие у вас маски? У вас в альбомах? Медали, глянь. Где ты Кораблики, самолетики. Шики красиво. Ты пошли чищенные? Вот они чищенные. Да, вот они чищенные. Боже, они прям сияют. А вот скажите, это мельхиор, правильно? Мельхиор? А его начищать надо, да? Начищать. Ну вот это ж чищенное, да, не чищенное, правильно? Ну будете принесете, да. Это краса. А это что, пепельнички? Да. Это пепельница? Да. Или что это? Диви. И сколько она стоит? 600. Прикольно. А так 400. Это типа ручка, что похоже на ручку. Что-то она хочет себе что-то при этом? У тебя есть дома мельхиора? Один рубль. Его начищать надо. Да. Вот. Вот, кто хочет заняться спортом, глянь, можно пришел, себе взял. Ну, мне, кстати, нравится там, где, вот, поняла? Там, где старинное, вот такое, знаешь, что это? У нас такого нет. Видишь, там бедновато такое. Ну, да? Что-то Бориса из пизде. Оружие. Оружие. Очень атмосферно на рынке. Я просто в восторге. Атмосфера присутствует вообще на все 100%. Очень много антиквариата. Сейчас покажу вам. И иконы даже есть. Слушай, ну вообще на барахолке можно найти все просто. Просто все. Что необходимо. Хочешь посуду? Вот, пожалуйста, на тебе посуду. Хочешь меха? Сейчас снимем контент 18+. Надпись. Это действительно шок-контент. Обмену возврату не подлежит. Ты видела такое? Я первый раз в жизни видела. Это для утех женских. Такое. Надо будет чуть подзатереть. О, сейчас украшение. Давай посуда. Глечики. Казанки це називається. Глечики. Казанок. Ну да, глечики. О, глянь, вообще. Советські грушки. Оце клас. Даже я такі помню. Знаєш, скільки ми дома вже не розбилась. А далі йдуть якісь. Диви пробки. Хто-хто? Які хірургічні інструменти? Хірургічні. Макулатура, глянь. Ты всех сюда водишь, молодец.
Картины. И дальше он тоже картины. Лось. О, шапка такая прикольная. Старинные игрушки, подиви. Ну, у меня, кстати, в детстве таких не было. Вот это глечик специально мясо готовить, поняла? Готовила? Так, що у нас? Ну, це таке для сільського господарства. Куколки, а я не знаю, только я там подошла, тоже посмотрела. Это сколько? Это для колбасы, что ли, или для чего? Да. Посуда. Это как у бабушки в деревне, знаешь? Они тоже такие. Алюминий, если что. Все, это уже конец рынка. Все направо что-то есть? Аня. Водичку хочешь? Давай, попью, чтобы тебе легче было нести, да? Угу. Народу много, конечно. Нет, сейчас вообще никого нет. Да? Да, тут вообще так выходишь. Тут вообще много людей? А я думаю, что сейчас здесь люди много. Люди толкают друг от друга. То есть тихо так пройдешь. Старинное зеркало. Картины. В нашем украинском стиле, да. Да, это русалки. Водяні якісь мавки. Там уже водяні мавки. От висить моя шапка. Пластин, глянь, сколько. Так и шо, красота. Как говорили, что мы здесь повернули налево, да, получается, мы шли. Ну, может налево, может направо, смотря с какой стороны. Это мы уже выходили с бархолки. И она говорит, что здесь такое ощущение, как будто все с помойки. Но я не знаю. Но там, где мы смотрели ордена, медали, там точно не с помойки. А вот здесь сейчас я поснимаю, вы скажете, на что это похоже. Таблетки. Ну зачем тебе таблетки? Хотя там что-то для собаки. Нет. А сколько вот это стоит? А что тебе? Какой-то крем. Ага. Подивися, что это. Сколько стоит? Есть. Что ты хочешь? Нужен тебе крем. А для чего? Только я срок не вижу. Да для этого, для, скажи мне, для рук. Где тут срок можно понять? Или никак? Давинес. Давинес. Что-то иностранное. Ну, пахнет чья? Итальянский, да. Итальянский? Да. Ну, покупай за 10. Покупай, говорю, за десятку. Что-то куклы денег вам нету. Не-не-не. Так куда ж нам куклы? Мы уже выросли от кукол. Ты кажется, это итальянский креп? Вот, подружка так, нашла давайте. Вас. 10 гривен, да? Да. О! Презервативы, способы защиты. Возьмите. Вот мы тоже приобрели. Ну что, крем вообще супер. Я серьезно говорю, Аня, лег вообще замечательно. Сейчас мы узнаем, сколько он стоит. А 837 гривен. Ого! Крема. Прикинь, да? Как ты? Но видишь, это ты профи нашла. Глянь, вот это дед. Ты его... Продешевил. Это он стоит, допустим, 20 евро, а ты купила за 50 центов, грубо говоря, прикинь. Туфельки вообще отпад. Явно не для золушки. Глянь, это старинные брошюрки. Новгород. Прикольно. А ну подай мне лавенчик. Не-не-не. А ну вот это? Вид там есть, да? Да ну да, что-то тут нет, есть. Это для веб-камер. Ох ты, гля, так он у вас новейший. А? Это для утех женских. Ну, голые пупсы цвет. А, остальное меня интимное отношение. Как страшно. Вот он сказали, доходит, а ты это... Курочки, которые уже поиспользовали. Доходы, уходят. То не кура начинает курить, да? Так они же не работают. Агло? А зачем же их...
Что опять? Неудачно сходила к мастеру. Барбершоп. К бровисту. Прикольно. Сколько всякой бижутерии, скажи вообще. И кука. Что вот это количество бижутерии. Реально, да. Неудачный поход к бровисту и к парикмахеру. У тебя не завонялись руки, тут все прекрасно. Ты бы смогла работать на таком рынке? Я бы смогла, но я была бы здесь как своя. А сколько посуды, пробки. Мы уже нашли крем. Что, кукла валяется? Да. Или два ты весы? Кукла. Еда, бля, есть. Что, что? А, да, да, постер, я тоже уже засняла. Красиво, да, бля. Кто хочет покушать, пожалуйста, можно себе кашку прикупить. Все, что хочешь. А что, люди ж покупают, что ты так? Покупают, конечно. Мы крем купили. Настоящий мех. Боже, европейцы в шоке сейчас, в обморок попадали. А у нас все. Глянь, как красиво переливается на солнце, на камере. Красивые шкурки. Вообще меха нет, ни шок не видела. Глянь, это ушки чьи-то. Кто-то погиб. Мы вообще... Где ехать? Куда? Вот, смотри, какой я сидел. Вот парень. Он велосипед мне не продавал, да? Вот хозяин, вот он хозяин. Вот велосипед. Ну. Да, ну, Саня, мене он уже сейчас и отправил. Девчата, хватит, ты бачишь? Я тут и жениха себе нашла сразу, и велосипед он. Всего ничего. 4000. Ребята. Я уже кушаю банан. Вы посмотрите обязательно все, что мы купили. Купила, иду я с барахолки. Прикупили мы крем. Вас благодарю за просмотр. Лайки, подписки. Не-не, штаны мне не надо. Если вам было интересно... Видео про барахолку, пишите, почитаю ваши комментарии. Если что, буду больше снимать такого супер-трэша.